Начнем с невесты, с молодой. Вон какая красивая вся, цветет. А вот жених, цветущий, тоже. Это вот весь народ тут. Идут совершать таинство. Ну, а это кто тут у вас появился так, такой? Появился, пришел. Появилась. Появилась. Вот там, да? Как звать? Вероничка. О, Вероничка пришла. Вот она бабушка. Какая бабушка молодая. Кого-то держит. Ну, бабушка молодая. Позвали куда-то их. Вот они идут. Уже все, таинство все свершилось. Так. Ну молодцы, молодцы. Теперь вы молодожены. А какой у вас такой на музыке? Ну, давайте теперь туда. Ну-ка покажите. Покажи, что это тут. Плохо видите, но ну ладно. Да. Слушай, ну, то есть это, он, просто, он же никак, Арина, Казарин, ты говоришь, поздравляю, молодец, ты понимаешь. Молодец. Я самый красивый. Что-то раз и все. Ну, колечко покажите. Да. Да, покажите, ну-ка покажите. А сюда мне покажите. Колечки вот они. Все. Окольцованы. Два кутера, был один кутер, и сейчас стало два. Ничего. А что, чемпионка станет теперь? А там, может, вдруг букву сама ошибка. Тебе не было. Вам что, какая не, а вдруг она поздно в Казань настала? Может, она кузнец? Они печать поставили. А то, может, где печать? Может, там И? Засвидетельствуем. Ну-ка. Мы проверяем. Ну-ка, покажи. Козыренко. Видишь, Козыренко. Не за, а козы. Зы. Козырь. Да, а то бы еще взяли бы. Все. Новая семья. Ну все. Родственники теперь вы. Настоящие, родня. Коль, кем тебе теперь приходится? Вот эта девушка. Новая родня теперь. А, не знаешь? Ну ладно, тебе расскажут потом.
Да, кет. А дочь? Твоя дочь, кем ему приходится? Дочерью теперь. Теперь дочь у тебя. А дочь? Дочь, я и говорю, дочь. Спрашиваю, не знаю. Пришлось рассказать им. Иди сюда, еще одного. Прибавилось. Вот еще одного, что на Игорь, иди к нам. Вот теперь. Да, чтобы получше подогрев сделали в постельку. Сюда смотрите. На свадьбу пришла. Ура! Шампанское открыто. Давайте. Вот так. Меня тут мой подозрак не видит, как шампанское. Ну ладно. Они должны разбить их сейчас? Распить. Разбить. А то они обопьются. Вот сюда вот еще чуть-чуть. Давайте. Благословляй вас, молодежь. Так, да, шампанское. На благие дела. Кто будет? Я за рулем. Не хочу. Ну, так, Виктор Васильевич, за рулем, да. Кто за рулем? Давайте все приголубим, потому что это дело очень такое важное. Я так, кто там будет? Лимонад? Пожалуйста. Так. Девушки. Все, пойдем. Это хорошо. Богатство, да. Счастье, богатство. Так, ну кто говорить будет? Сергеев, давай, ты самый у нас красноречивый. Поздравляю вас. После первой не закусываем, да? Вот и дождик долгожданный. Долгожданный дождик, да. Очень даже хорошо, к счастью. И дождик вас причащает. Ты смеешься, молодой, ты уже засмеялся. Молодой. Молодой, все. Несколько минут как Thank you.
половиной гостей. Давай, представь, что свои гости. Ну, гостей своих. Ты всех. Ну давай, Светлана. Прошу внимания, это всем. Это Сергей Сергеевич Сергеев, наш старший тренер. Большой друг и соратник Николая Александровича. Старший тренер, естественно, по механике. Это его самый надежный ученик. И лично Виктор. Виктор. Виктор Постный. Да. Вот он у нас самый перспективный тренер молодой спортсмен. И в скором будущем будет тоже тренер. Да. Звезда. Тоже звезда, да. Как хорошо, я сижу с будущей звездой. Предупреждать надо было. Ну прям так хорошо. Ну так уже Россию выиграл на чемпионате мира во Франции, был в призах. В финале. Юрий и Светлана. Это наши хорошие друзья. С Николаем они очень сотрудничали. До сих пор сотрудничали во всех делах. Тишко. Юрий нам помогает Николаю доставать всех начальников, губернаторов, президента и всех прочих. Вот. Так что они соратники вот в этом деле, чтобы добиваться своих целей. Короче, продюсер. Ну да, продюсер подходит. Короче, продюсер, да. Это тренер, это продюсер, это подающий надежды очень молодой. Да, уже не ученик, он уже... Он тоже институт закончил, он имеет высшее образование. Так что, как бы, да, не имеет. Про образование тут никто не говорил. А про достижения... Ну, да. Ну, ожидание. Светлана. Да, Светлана. Да, наш танкист. Вот. Тоже спортсмены. И с большим стажем. Юрий был сначала тренером, а потом, ну, вот как-то тренеры постепенно переходят в статус другой. Вот видите, другой. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России. Просто случайно. А вот туда покажите, чтобы там, вот, так, вот так вот, вот, чтобы это, да. Мастер спорта, заслуженный тренер. Ну, как бы просто случайно в кармане лежал. Нельзя отнести. Ваш гвоздь. Наш тренер. Моя двоюродная сестра Ольга, ее дочь Анжела, ее Анжелин муж Павел, вот. Ну а там, значит, Зоя и Андрей, это мои. А в колясочке вон там? А это Вероника, самый младший член нашей семьи. Вот. Игорь пока еще катается вон там. На чем катается? Ну, на самокате. На улице. В очередь в секторе, а потом уже что получится. Мой Игорь тоже обещал в честь юбилея нам рекорд очередной поставить для себя. Если раньше он пустую бы там, вернее, бутылку пластиковую метал, то теперь уже будет метать настоящий молот. Это утвердили в графике в российском Кубок России. Вот в прошлом году первый раз прошел это мероприятие, в этом году будет второй. Кубок России. Кубок России. Народ-то много приезжает. А зачем тебе народ? Не, ну просто тебе. Ну, с каждым годом было все больше. Ну, что потом будет? В тот раз мы тоже народом приволокли с Юркой. Куда нас выгнали, да? Нас ее Европу приволокли. Хорошо, хочу, ты вспомнил про нас. А то выдали, а то все. Нет, народ нам не надо. Нельзя же все время на одни и те же грабли. Мы делаем все для себя.
можем позволить. Диплом я приготовил. В Шиганском районе село Подъящикове. Там хороший деревянный дом. Рядом с домом есть пруд, мы развели форель до 3 килограмм. Ловим там карасей. Есть у нас там и беседки всякие разные, и ручьи протекают, и мостики. То есть там можно еще хорошо отдохнуть. Баня, пожалуйста, на берегу ручья. Летом и зимой, как бы, и везде. Все время в ручье холодная вода не замерзает. Виктор Васильевич там тоже себе дом приобрел, недалеко от моего. Так что мы там... Речка называется Молынка. Место вообще удивительное. Кругом горы. Горы. Красиво. Экологически чистое место. Есть в доме газ, электричество. В любое время года можно собраться. Русская печка, пожалуйста. Лес на русскую печку. Все хорошо. Это храм, где, еще раз скажи? Храм Воскресения Христова. Самарская область, Шигонский район, село Подъящивка, да? Уникальное место. Раньше это место вообще называли Семиречье, потому что там протекает 7 маленьких рек, да? И они все впадают в реку Уса. А в Уса, естественно, впадает у нас в Волгу. И, образно говоря, там водится всякая разная рыба. Но самое главное, тут недавно мы ездили с одним профессором, Кудельник, с нашего города. У нас город находится под неким таким инсорционным колпаком. Ну, образно говоря, мы все время находимся, как вот эти тарелки, понимаешь, электромагнитные, да? А туда можно приезжать и как бы, ну, немножко перезаряжаться. Перезаряжаться. Здесь как бы ты все время тебе накачивают, а там приехал, раз-раз снял, снова сюда, понимаешь? Поэтому очень полезно, иногда выезжать за черту города. Хасан, все шампанское, да? Давай, нормально. Вчера, между прочим, вечером был звонок, да, от Ивана Тихона. Ивана Тихона, он в этом году был сторон Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, да? Ему 40 лет. И 40 лет он метнул молот 78 метров, занял второе место. Приютил одного старика, да? Это все очень долгополу. Ему 90, представляешь? Человек очень активный сам по себе. Поэтому, как бы, ты знаешь, когда... Проснулся ребенок. Давай, пора начинать. Тебе 16 сентября будет 28. Я у вас два года уже. Пора. Потом два года, два раза уже. Все. Дорогие мои друзья, теперь вы уже стали одной фамилией Казаренко. Молодые, красивые, перспективные спортсмены. У вас еще много впереди, много непокоренных вершин, много побед. Я так думаю, вы все равно докажете всему миру, что вы самые лучшие, сильные. Это не то слово для вас, самое лучшее. И это будет величайшее событие для нас, для нашего города и для всех твоих новых родственников. За вас. Ура! Давайте все. Пусть будет так, как было. Горько. Горько. Величать не буду, но звук. Да, сломались. Так. Пошел. Давай, четыре. И, подождите, и чтобы все события сбылись, небольшое вам. Сладкой жизни. О, какой-то. Да. Дорогие Светлана и Николай, поздравляем вас с днем свадьбы. Согласие, радость, пускай окружают, и только хорошее в жизни пусть ждет. Уюта домашнего и процветания. Пусть все, что задумано, произойдет. Спасибо, девочки. Поцеловать тоже не достать. Все, счастья вам, здоровья. Ну и сил, что вы даст на подарок сразу. Ну, подарок у нас совместный. Ну вот там такой большая коробка. Что в коробке? Да, а в коробке мультиварка скороварка. Которая классная. Мультиварка скороварка. Горько. Да, чтобы в этой скороварке горько. Чтобы в этой скороварке было все очень вкусно. Целуйтесь.
Да, это хорошо. Можно хорошо. Глядеть. Вот на цмавлю лавлю. Вот нацелуетесь ты сегодня, а? Все равно я куда хочу сказать, куда идти. Сюда поставлю. Так, Юра, давайте. У меня пусто. Наливай что-нибудь. Опа. Все. Вон там есть. Есть чего налить? Да, налито. Опа. Надо кому-нибудь передать вот эту вот красоту, чтобы еще и как бы самому попасть немножко в кадр. Потом будет фильм сделанный. Нет. Потом будет фильм, он будет в интернете. В интернете мы попутим. Вы придете на скороварку и посмотрите. Чуть-чуть такое. Сырный шарик. Попробуй. А он еще с этим соусом. Ага, спасибо большое. Соус, да. Положу. Там чесночок чувствуется. Попробуй чуть такое. На свадьбе не свадьба, на свадьбе что делают? На свадьбе песни орут, дерутся там. Ой, завтра еще бы не на работу. А драку заказывали? Драку заказывали? Очень разные бывают. Своими силами. Бонус. Своими силами справляемся. Хорошо. Семья из четырех человек. Да, вот. Вон там четвертая. Многочисленный коллектив и вот... Два мальчика и две девочки, да. Да. Ну что, дорогие наши, мамочка, Николай, поздравляем вас. Папочка. С этим днем. Папочка, да, уже. Папочка. С этим днем, что вы так решили оформить, так сказать, свои отношения. Теперь у вас все законно, комар нос не поточит, как говорится. Вот, мы за вас очень рады, поздравляем. Я, конечно, желаю, чтобы вы свою мечту осуществили. Это ваш дом, вот, чтобы крыша была крепкая, фундамент прочный, стены не трескались, и чтобы мы вот таким вот коллективом там поменьше собирались. Ну и урожай, конечно, вот, ну, в общем, за вас. А подарок? Желаю вам подарок. От себя крепкого здоровья и хорошего настроения. Спасибо. Ну, подарок наш. Да, подарок вот он. На руках. На руках. Вот, поэтому. То есть Андрей нам сделали такой. Да, надеюсь, что вам, да, как говорится, даже не знает, уже примерено. Это уже все окольцовано. А крышечку я, к сожалению, в машине оставила. А там покой, уж простите. Игорь мне тоже открыточку сегодня уже подарил. Так что. Так что за вас. Спасибо. Вот. Долгих нет, подключим гости, приходите, вот нас зовите. Ура! Горько. 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 Горько сказали. Да. Ура! Давайте. Как рекарнация, перевоплощение из поколения в поколение, из тела в тело, да? И сколько нам лет человеческой сущности, то есть не имеет такого числа вообще на камне выбитого, да? А когда люди повенчались, да, то они как бы потом, когда душа их уходит с этого мира, другой мир, они там снова встречаются, снова воплощаются, снова потом вместе встречаются на Земле, понимаете? Или на другой Земле, на другой планете. Как бы для этого, как бы, венец. Ну да, как бы, венец, как бы они соединились, да, как бы. Ну, это как бы одно из сказаний, да, так ли оно или не так, да,
Ну, человек это такое существо, которое вырос из сказки, да? Мы же мечтаем. Что такое сказка? Сказка – это мечта. Поэтому сейчас вот, допустим, был хороший тост, сказали, чтобы он сказал… Зоя сказала, что как бы, чтобы была крыша, чтобы были крепкие стены, чтобы были красивые окна, чтобы труба дымила, чтобы фундамент был крепкий, чтобы все было крепко, все было мощнее, да? Чтобы мы там почаще собирались, да, говорили хорошие, добрые слова. А Светлана, между прочим, сейчас научилась делать хлеб без дрожжевой. Представляете? Это очень хорошо. Хлеб без дрожжевой делает сама. Нет, духовки. Ну да, и по печке неудобно делать, там нет таких режимов. Он очень долго выстаивается. По старой рецептуре, да, или по церковной рецептуре? Давай после слова скажу. Подарки я буду платить, ты давай. Можно перемещать? Пожелаю только три основных, то, что я хочу пожелать, это побольше рекордов, долголетие, ну и чтоб все хорошо в жизни было. Все. Ну давайте. А рекордов хочу добавить. Горько. А рекордов, чтобы до 100 лет. Горько, я скажу. Горько. Давайте. Ой. Сергей заградил рукой своей. Рукой заградил. Какой? Давайте. Да, мой тост до меня еще дойдет. Пока пауза, можно я немножко помучаю молодожену? Можно. А? Можно. Интересно. Все за. Давайте голосуем. Да. Кто за? Да, некуда. Молодожен только его. Я в программе ну, проголосовала, молодожен. Я знаю. А вы думали, что вы просто так отделаетесь? Ну, да, я очень напрасно думаешь. А мы думали, там потом наверху спрашивают всех нас. А? Я ничего. А что, под сомнение взяли, что у нас наш герой слабенький? И умом, и физухой? Нет, что он у нас решили проверить его? Мудрец из мудрецов. Да. Мудрейшее начало. Так, вот давайте я так тогда немножечко встану, проведение живет жало. Вам всем меня хорошо было видно. Ну, у вас красивая фигура, мы видим. Вот так. Вот, уважаемые гости, дорогие, любимые и так далее. Меня делегировали к вам на торжество управление праздников и веселья. Да. Которое поздравляет вас с днем бракосочетания и награждает вас. Управление при президенте? Да, я забыла, конечно, сказать, я извиняюсь. Да. А вот, при президенте обязательно Российской Федерации. Значит, и направляют, и награждают вас грамотами, почетными грамотами. А вот, значит, почетная грамота вручается Козыренко Светлане Семеновне. Да. За суперпонимание и сверхподдержку. Создание рая на земле и в доме. За изумительное знание всех кухонь мира. За уют, чистоту и порядок в доме. За любовь, уважение и почтение мужа. За поддержку и подталкивание мужа в нужном направлении. А вот. И все это подписано Небесной канцелярией 14 сентября 2016 года. А вот. Да.
это вам вручится потом. А теперь то, что касается, значит, мужа. Супермуж, грамота. За оправданные надежды. А также за построенный дом. Может, еще не совсем, но будет. Там уже есть маленький. Да. За посаженное дерево. Вот. А там уже полный участок этих деревьев. Вот. За забитые гвозди. За помощь любимой супруге. За искреннюю любовь к жене и ее родным. И полное отсутствие интереса к другим барышам. Полный ты взял. Да, это четко. Перебор. Это был аванс. И тоже небесная канцелярия подписана и той же даты. Вот. А кто подписал? Небесная канцелярия. Вы как ангел у нас? Да. Ангел и небесная канцелярия. А печать есть? Печать. А как же? И печать есть. Вот, пожалуйста. Вот она. И печать небесной канцелярии. Вот и здесь печать есть. А как же? Я посмотрю, думаю, на ангел похоже, да, есть. Ожерелье. Жемчужные. Значит, вот это грамота супер-жена вручается. Вот эта грамота супер-муж вручается. Создание рая на земле. Изумительное знание всех кухонь мира. У вас одинаковые пожелания? Нет, все разное. Построить дом, вот, построенный дом, вот это вот то, что добавлено, потому что здесь немножко... Молодые грамоты покажите. Кстати, очень хорошо. Давай, пониже. Текст, наверное, не разборчивый. Не, ну, конечно, текст, может, не пробьет. Слово «грамота» видно, а там уж... Главная картинка, и ей все сказано. Отсканировать надо. Текст. Вот, сейчас нормально будет. А теперь другой. Да. Другую грамоту еще. Сфотографируй. Это очень важно, это очень пожелание, чтобы пожелания не все материализовались, понимаете? Да, самый большой, самый кусочек счастья. О, раз. Раз. Так, теперь... Это самая любимая женщина моя. Так. Так. Один-один. Один-один. Самый мой сильный мужчина. Так. Два-один. Самая нежная женщина. Два-два. Принимается самый добрый. 3-2. Самый добрый, хорошо. 3-2. Самый добрый. Проигрываешь уже. 3-2, проигрываешь. Если не скажешь сейчас слово. Да. Самая красивая женщина. Самая красивая. 3-3. Хорошо. Штрафные я пойду штрафные. Да. Еще немножко и штраф был бы. Потому что время пошло. На ответ так. Даете 5 секунд максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, проиграл. Да. Так, считаем. Света. Раз. Он у меня очень ответственный. Так, хорошо. Нежнее. Самый щедрый. 6-3. Коль, 2 фору она тебе дала. Теперь давай 2. Давай, Николай. 2 раза говори. Самое хозяйственное. Раз. Хозяйственное. Еще. А что, еще проигрываешь 5-6. Ну зачем по 2 желания? Еще по одному говорить. Она 2 раза сказала. Ну мало что она сказала. Зачем много раз говорить? Засчитывается за одно, теперь конечно, говорить. Да. Ладно, 5 раз говорить. Ладно, 5. 4-4. Самый умный. 5-4. Так, Оля. Самая небесная. Все, ничья. Ничья. Ангелочек, короче говоря. Небесная. Ну а что круче, небесная женщина или умная? Конечно, небесная, потому что... Конечно, небесная. Нашел все-таки. Нашел, а? Ну а теперь давайте наливаем. Волька, давайте наливаем. Водка. Давайте. Наливайте. Горячая. Наливайте. Где у нас тамада? Банкир. Банкир, где у нас банкир? Не пьющий банкир. С удовольствием. Да? Это твой?
Не знаете. Вот. Давайте. Ну ладно. Тихонечко. Горько. Горько. Ой. Теперь засвидетельствуйте своей печатью. Горькой. Ой, 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 ой. Правильно. Что творите, а? Правильно. Ну, правильно. Женщина, женщина, женщина всегда мне. А что на это дети скажут? Все нормально. Дети все нормально. Мы реагируем. Одобряют. Даже голос подала. Одобрям. Одобряю. Ну, знаешь, если Вероника сказала одобрям, значит... Да. Да, это большая редкость, когда внучка присутствует на свадьбе у своей бабушки. Да. Это очень здорово. Вот, помаши ручки. Помаши, да, помаши бабушке ручки, да, помаши вот так вот. Молодец. Скажи, бабушка, я тебя поздравляю. Вот так вот, да. Молодец. Да, вот такая вот бабушка у тебя. Такая вот шустрая бабушка. Ты на бабушку пойдешь, да? В бабушку пойдешь. Такая вот в бабушку будешь. Шустрая тоже. Да, молодец. Это кто там, мама? Вот. Так вот. А теперь спать всем. Вон твоя бабушка. Вот твоя бабушка. Замуж вышла. Вот она. Молодец. Мозг такой не круг, да? А мозг такой некий эллипс. Обрати внимание, что мы сегодня не по кругу сами по себе. Хотя все пошло по кругу. Как бы начало альфа, а заканчивается омега все в жизни. Как змея, касающаяся за хвост, да? Есть такое понятие, как петля мебуса. Слышали, да? Петля мебуса. Она вот такая сама по себе идет, да? То есть мне подо что хотелось? Чтобы в жизни, да, все не шло по кругу, да? Потому что в году 365 дней, да? И они часто у нас праздники бывают в один день. Я что хочу пожелать, да? Я хочу, чтобы пожелать, чтобы каждый день был он разным. Чтобы был насыщен разными событиями, чтобы был интерес, чтобы с одной стороны была любовь, с другой стороны, чтобы была война, чтобы была жизнь, понимаете, да? Чтобы была активность, понимаете, да? Да. Чтобы не было, чтобы было и тихо, и в то же время, чтобы было громко, понимаете? Так что давайте за вас, за любовь, и потом горько. Но горько не так, чтобы горько, да, а горько давайте мы хотя бы, ну, до 7. Поехали. Горько, до 7 считаем. Давайте. До 7. Давайте. Поехали. Давай, Катерина, ты умеешь. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Равно. Все. Она уже больше. 8, 9, 10. И чуточку больше. За радугу. Это женщина, женщина, никуда не денется. За радугу. Я всегда чуточку больше надо. У меня есть сестренка, ей 6 лет. И я спросил, говорю, какие у тебя 3 заветных желания, если бы я была золотая рыбка, что ты хочешь? Она мне говорит, я хочу лошадку, радугу и... хорошую подружку. Ребенок, понимаешь, да? Ну как бы, понимаешь? Все, ребенку. А может со временем Козыренко возьмет сам и заведет себе лошадь в деревню. Все уже. Конюшню поставит рядом. Подарок, очень ценный подарок тут. То есть посмотрите здесь. И денежные призы, и очень хорошая медаль. Медаль. Ну, очень хорошая медаль. Потом посмотришь. Да. Спасибо большое. Я не должен бежать. Хорошо посидеть, поэтому сидеть. Спасибо. Он вращается в левую сторону, как суфи. Понимаете? И он, человек, обладает огромным даром прозорливости. Знаете? И то, что он встретил в своей жизни в пути Светланы, это тоже не случайно. Поэтому я за него всегда как бы рад. Мы друга про много знаем. Скажи, кто тебе помогает. Помог в этом? Я ему очень благодарен по жизни. А? Велосипед. А кто еще? Кто? Ну вот. Что-то умалчиваете. Пытаетесь умолчать. Помогла сила, потому что Юрка занимается чем? Штангой. А мы тоже штангой занимаемся. Поэтому сила, как бы она примагнитила, да. Силу. Да. Сила духа. Привел. Или сила воли. Козыренко в нужное воли. Место, в нужный это час. Сила. Где была в нужном месте, в нужный сила. Час Светлана. И вдруг произошла искорка. Его величество случай, понимаете? Да. Спорт, велосипед. Я написал такое стихотворение, называется «Запланированная случайность». Все случайности, которые происходят в мире, они все кем-то запланированы. Значит, скажу сразу так. У меня был другой тост. А вот. Но все уже сказано. Слова все сказанные. Вот. И поэтому...
как бы все то, что уже произнесено, повторить не хочется. И то, что произносят из тоста в тост, из дня рождения в день рождения, из свадьбы в свадьбу. Да. А, скажу немножечко так. У меня такой вот тост. Фэншуй главное. Рационально устроить жизненное пространство. А это значит деньги хранить на западе. Иметь домик на юге. Ну, желательно где-нибудь на Багамах. Значит, да. Владеть нефтяной скважиной на востоке. И золотым прииском на севере. Так давайте выпьем за то, чтобы банка, в которой вы храните деньги, была западной. Дом в подстёбках оказался южным. Золотой прииск северный превратился в ваш участок. А нефтяную скважину вы и сами пробудете. С чего-чего, Николай, да. Да. Так что давайте за то, чтобы вы жили по фэншую, и чтобы все у вас было так, как фэншуй рекомендует. Компас тогда вдавать. Давайте за золотую жилу. А вдруг запутают, за нефтяную скважину. Китайцы, они молодцы. Молодцы китайцы. Прошу. Да будет так. Да будет, матушка. Как насчет пирамиды верхушки? Ничего? Я посмотрел на пирамиду сверху. Да вот еще пирамида выше. Уже есть, вот она над нами. Все совпадает. Даже смотрите, девушки, смотрят. Мне тоже есть какая-то прозорливая. Горько. Ой, горько. Горько. Горько, ой, горько. А сейчас уже до семи не отделаетесь. За золотой прииск. В 10 раз больше. Уже, да? 10 уже? Да, ну ладно, 10. Так, горько. Считаем. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После считай. Семь, восемь, девять, восемь, семь. Заканчиваем. Давай. Опа. Выходит. Дверь закрывается. Все. Торжество закончилось. Пока-пока, всем счастливо. Пока-пока. До свидания. Нам все понравилось, все было хорошо. Ова! Все, прекрасно.